Здравствуйте. Тем, кто смотрит нас не в первый раз, напомню, что 3553 олимпийских видов спорта вынудили организаторов растянуть Олимпиаду на все 4 года, после чего желающие участники переезжают в новую гостеприимную столицу. И вот буквально вчера к нам пришло известие о совершенно новом олимпийском виде спорта – спортивное воспитание. И сегодня у нас в студии лучший воспитатель нашей страны – Миша Попец. Миша! Локти со стола уберите. Извините, это очень новый вид спорта. Не сутультесь! Простите, не могли бы вы... Пальцем не показывайте! Прошу прощения. Локти не грызите! Локти уберите! Виноват. А вы извинились? Ну, извините. Не нукайте. Хотите что-то сказать, поднимите руку. Говорите. Тайм-аут. Тайм-аут. Хорошо. Не могли бы вы рассказать нам об основных правилах этого абсолютно нового вида спорта? Ну, почему же? Понимаете, главное, чтобы не ложит локти, а то бывает, знаете, грабли покладут, вот. Чтобы правильно там материться, то есть выражаться. Не хэкать, вот. В носу не ковыряться, вот. Чтобы все было в этом, в ажуре, вот. А скажите, вот как, к примеру, вот вы... Пальцем не тычьте! Не грызите ногти! Не сутультесь! Локти! Где маникюр? Где педикюр? Не грызите ногти! За что? Как вам не стыдно? Уступите место старшим. Ой, извините. Что еще? Пускайте рекламу. Пожалуйста. Пожалуйста. Это Женя. Здрасте. Он пьет только дорогой коньяк. А это Вася. Здрасте. Брат Жени. Ему не хватает денег, поэтому он пьет тройной одеколон. Спасибо. Не про горло, папа. А я могу еще вот так. Сирене, вы видите какую-нибудь разницу? Лично я – нет. Так зачем же платить больше, а?